Я сейчас снимаю из офиса, у нас происходят небольшие ремонтные работы. Ну как ремонтные? Скорее больше. Облагораживаем стену. Стена была у нас покрашена краской черной. В принципе, красиво, неплохо так гликует. И самая главная проблема в том, что звук, вот я записываю на нашем сервере в студии, и звук имеет эхо. Вот чтобы эхо не было, мы попробовали, познакомились с ребятами Силпласта, они были у нас на конференции, и сейчас они делают вот такую штукатурку, жидкие обои, да, которые будут часть звука поглощать. Ну, задача, собственно, посмотреть, как это будет работать, и потом в деле покажу, насколько звук стал лучше или не стал. Сделали такую пока перестановку, освободили всю стену. У нас идея закатать этими обоями всю абсолютно вот эту стену и, может быть, даже потолок. Но потолок пока под вопросом. Сейчас сначала сделаем стену и потом посмотрим, как будет звук. Включу микрофон и уже будет понятно, как она в жизни. Что за смесь? Как она готовится? Ну, предварительно подготавливаем, замачиваем водой. Силпласт стартовый. Подготавливаем воду, берем какую-нибудь емкость большую, наливаем воды, соответствующие с инструкцией, там написано все, сколько воды. Замачиваем, перемешиваем и наставим 12 часов. Потом на подготовленную стену. После подготовленная 12... какая должна быть? Она покрашена вот у нас просто сейчас. Да, прогрунтована, да, можно в тон, можно просто нашим грунтом силпластерским подготовить. То есть, как бы, в основном так и делают под это. Грунтуют. И как бы вот после высыхания стены уже жаберем два раза подготовка стены ведет. А будут ли проблемы здесь на углах, например, там Нет, засохнет? Нет, она засохнет, все выравнивается. То есть можно, в принципе, без подготовки, с помощью шпателя, да, достаточно просто. Ну, если, да, человек, который не связан сильно с этими обоями, не знаком, тут даже никаких сильных навыков не нужно. Достаточно, вон, вот эта мягкая структура. Обычный шпатель, ну вот кельма, пластиковый, и можно пробовать. Любой, немножко хоть кто знаком, даже немножко уже может. Отлично, подойдет даже с детьми позаниматься. Да, 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 да. Так, и вот оно как получается, как у нас вот было сейчас. Обрабатываем арку и как становится вот этот край. Сколько времени там на все это потребуется? Вот у нас стена, сколько тут метров, наверное, 20, да, где-то? 6-7 часов, то есть 2 дня так получается, это примерно. 2 дня. Ага, отлично. Так, ну хорошо. Для того, чтобы наносить, в принципе, особенно какого-то оборудования не нужно. Здесь потолки у меня достаточно высокие, 3,5, поэтому у нас есть такая в помощь стремянка, а также высокий человек обязательно должен быть в команде, чтобы доставать до самого потолка. Вот, ну смотрим, что получится. Интересный переход и самое главное, какой будет эффект.